если не сначала, а прямо сейчас и здесь, не бегать за вещами, решиться, что ты есть. Без денег, макияжа, квартир, машин, детей, без имиджа и даже безумственных затей. И прошлого не надо, и будущего нет. Ты словно перед Богом, как был рожден, раздет. И что тогда осталось, и что тогда сбылось? Все то, что не срасталось, сегодня не срослось. Можно на день или на год отсрочить на столетие отсюда свой исход, опять начать сначала и вновь по кругу лет, все время возвращаться с того на этот свет. И прошлого не надо, и будущего нет. Ты словно перед Богом, как был рожден, раздет. И что тогда осталось, и что тогда сбылось? Все то, что не срасталось, сегодня не срослось. Сейчас и здесь.